Приветствую вас, Александр. Давайте разберем ваш вопрос. Вот я его прочитал. Могу сказать, что мне показалось, исходя из вашего текста сообщения, что вы не можете сказать девушке нет, то есть вот, ну, как бы, в принципе, отказать девушке вы не можете, как мне показалось. Вот. И второе, это то, что вы, ну, как бы, не хотите, может быть, терять ее. Например, вот, ну, просто не хотите терять то, что у вас, к примеру, есть сейчас, да? И вот вы как-то не можете сделать выбор. Вообще, девушка не делает формально ничего противозаконного в том смысле, что она просто поступает так, как удобно ей, и все. Идея здесь в том, что вы не поступаете почему-то так, как удобно вам. То есть она своих интересов преследует, она свои интересы, можно сказать, защищает, а вы этого не делаете. Вы свои интересы не защищаете. Вы свои интересы не преследуете. Понимаете, в чем штука? Вот, и в этом, как бы, проблема. На мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд, в этом проблема. Хотя, конечно, я могу ошибаться, и я могу быть не прав здесь. Вот. Это то, что мне, ну, то, что мне показалось, исходя из текста вашего сообщения, которое вы, ну, написал. То есть, если вы ждете, если вы думаете, что девушка сама захочет что-то изменить, да, то я боюсь, вы ошибаетесь. Девушке менять ничего абсолютно никакого мотива это делать. Ее все устраивает. А единственное, кого не устраивает, это вы. И, соответственно, нет вам. Вы говорите, что изо всех сил пытаетесь не упасть в омут этих отношений, что вам тяжело. Что именно вам тяжело? Может быть, вы ждете от девушки, что она будет к вам, ну, что у нее чувства к вам появятся, может быть, это. То
То есть, может быть, вы хотите, ну или хотите, или хотели бы, чтобы ваши отношения были больше, чем просто там интим. Из этого у вас, ну, может быть, накапливается что-то вроде обиды. Вот вы подумайте об этом, пожалуйста. Момент важный, как мне кажется. Вот. И о своих чувствах, например, девушке лучше сказать, если вы, ну, если у вас они такие есть, если у вас такие чувства есть, ну вот. Так что это такой, я бы сказал, достаточно важный и, может быть, даже принципиальный момент, потому что от него, от этого момента, я имею в виду, зависит то, как вы будете двигаться дальше и то, что вы будете делать дальше. Вот. Я могу вам ответить, ну, наверное, примерно таким образом. На этом все. Решите для себя, чего вы хотите. Подумайте, решите. А после этого уже можно будет вам помочь, какую конкретно проблему вы хотите решить. В чем конкретно должен помочь вам психолог по вашему мнению, да, какую проблему он должен решить, потому что как вам дальше быть, чтобы что? В какой-то степени все довольно просто. Если вы ждете от девушки изменений, ну, что она сама поменяется, то нет, изменений никаких не будет. Вот. От слова совсем, потому что, ну, зачем? Для чего? Вот. Меняться ей нет вообще никакого резона, никакого смысла и так далее. Вот. Ну, просто потому что ее все устраивает. Вот. Если она вам нравится, если она вам, ну, нужна, то вам решать, готовы ли вы, хотите ли вы такую цену платить. Вот. Понимаете, какая штука. Вот. Такая вот история. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи!
надеюсь, что ситуация разрешится. Не задавайте больше вопросов, которые повторяются. Вот это правда запрещено правилами. А с этим ничего хорошего не будет, если вы будете дублировать свои вопросы. Вот. Лучше или задавайте новые, или обращайтесь индивидуально к специалистам для того, чтобы они помогли вам решить ваши проблемы, какими бы они ни были. Вот. Удачи вам еще раз. Всего самого доброго.